В наше время все чаще люди прибегают к использованию биодобавок. Одной из популярных биодобавок считается омега-3, которая используется в целях предотвращения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако изучение научным исследовательским центром здоровья в Канаде недавно было поставлено под сомнение эффективность данной биодобавки. Все испытуемые, а их было 12,5 тысяч человек, страдающих диабетом и, конечно же, в результате этого, имеющие риск сердечно-сосудистых заболеваний, получали 1 грамм омега-3. Но некоторым из числа исследуемых давали пустышку, то есть абсолютно ничего, плацебо. В результате данного исследования никаких значительных снижений риска сердечно-сосудистых заболеваний среди всех испытуемых не было отмечено. К подобному же результату пришли исследователи из Кореи, рассмотрев 14 разнообразных исследований, в которых участвовало по меньшей мере 20 тысяч человек. Их результатом было следующее. Биодобавки с омега-3 не снижали риск последствий всех сердечно-сосудистых заболеваний. И последствия эти – внезапная смерть, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность или же приступы стенокардии. То, что не оправдала себя биодобавка омега-3, не беда. Слава Богу, мы имеем множество благословений через самые разные продукты, включающие в свой состав омегу-3. Льняное и соевое масло, соевые продукты, орехи и из овощей кабачок. С этой упаковкой, которая применена нашим конструктором, через эти виды продуктов омега-3 будет доставлен для пользы нашего здоровья. Больше того, у тех, кто часто использует биодобавки с омега-3, или у тех, кто желает компенсировать ее дефицит, в результате этого потребляет большое количество рыбьего жира, на 43% увеличивается риск рака простаты в сравнении с теми, кто ел рыбий жир в меньшем количестве. К такому выводу пришел онкоцентр при университете Охайо, диагностирующий 834 человека в своем центре. Чем натуральнее, тем полезнее. Но натуральнее не означает в преизбытке.